Друзья мои, всем привет и рад вас снова видеть на канале Amazonian Dream. Сегодня вам хочу еще немного рассказать про коряги, а именно как их правильно обработать перед помещением в аквариум и, собственно, как их закрепить для того, чтобы они не всплывали, если они всплывают. В общем, по традиции усаживаемся поудобнее, завариваем чаек, берем печенюшку и поехали, друзья! Ребят, в общем, что нужно понимать перед тем, как поместить себе в аквариум корягу? А первое и, наверное, последнее, что нужно понять, что коряга все-таки это есть органическое вещество, которому свойственно будет гнить. И далеко не все виды коряг подходят к помещению в аквариум. То есть, ну, фактически в природе любую корягу можно найти в речке, в озере и так далее. Будь то сосна, будь то ива, будь то дуб и так далее. Но ведь у нас с вами замкнутая система, правильно? И объемы совсем, конечно, не те, что в природе. Поэтому я бы не советовал любую корягу помещать себе в аквариум. В общем, ребят, в первую очередь для размещения в аквариуме не подходят коряги хвойных пород. Почему именно так? Потому что у них есть смолы, которые со временем будут выделяться в воду. И, ну, я не уверен, лично я не уверен, что это будет благотворно влиять на наших с вами обитателей в аквариуме. Правда, есть варианты, когда люди помещают себе и корни сосны и так далее. В принципе, коряги у них прекрасно, то есть, ну, все прекрасно в аквариуме, нет никаких проблем, но тем не менее, лично я этого никогда не делал и рекомендовать вам этого не могу. Какие еще коряги не подходят для размещения в аквариуме? Значит, здесь все очень просто. Чем мягче древесина, тем она меньше подходит для размещения в аквариуме. Почему? Да потому что она, чем она мягче, тем она быстрее будет гнить, тем ее быстрее будут объедать сомы, и, соответственно, будет очень много какао, грубо говоря, будет очень много мусора от этих коряг, и добиться красивой, идеальной картинки, к сожалению, у вас не получится. Для размещения в аквариуме подходят любые коряги плодовых деревьев. Я использую и вишню, и сливу, и грушу, и яблоню, шелковицу, я вот не помню, как это называется правильно по-русскому, на русском, вот поправьте меня в комментариях, в общем, шелковица идеально подходит, очень твердый у нее корень, она идеально подходит для аквариума. И такие коряги, вы знаете, они очень легко обрабатываются, они не выделяют в воду никаких вредных веществ и, в принципе, очень даже неплохо подходят. И очень даже неплохо подходят для аквариума. Кроме этого, подходят все коряги, корни, ветки и так далее твердых пород деревьев. То есть, будь то дуб, ольха, ясен, вот это вот тополь у меня сейчас в данный момент в аквариуме находится. Все эти корни и ветки этих деревьев полностью подходят для размещения в аквариум, но только их нужно обработать тем или иным способом. Ребят, ни в коем случае хочу, чтобы вы себе отметили и поставили огромную галочку, ни в коем случае не размещайте в аквариуме корягу, ну, грубо говоря, живую, в которых еще находится сок. То есть свежесрезанное, срубленное дерево, свежевыкопанный корень, и даже пусть он вываренный и обработан, он все равно будет вам соплить, он будет выделять грибок, он будет выделять очень много разных нехороших веществ. А в принципе, как показала практика, это опять же никоим образом на жильцов в аквариуме не влияет, но картинки красоты вы, конечно же, в аквариуме не увидите. Поэтому для того, чтобы коряга имела, я не знаю, видно вам сейчас, не видно, вот здесь в аквариуме размещена коряга, которую мы добыли буквально вот, когда охотились на коряги. И, собственно, я ее обработал, чуть дальше в видео я покажу как.
разместил в этот аквариум, и она вот уже прошло 2 недели, она уже даже сама по себе частично утонула. А весь секрет в том, что эта коряга до того была уже вымочена в воде, то есть фактически она уже была промочена, она уже прокисла, все процессы в ней уже прошли, скажем так, отгнило все, что могло отгнить. Потом коряга была высушена, ну, в общем, вы видели, я надеюсь, как мы это все там срезали и так далее. И после обработки я ее смело посадил к себе в аквариум, и вот, как видите, результат налицо. Как же, друзья, правильно обработать корягу? Да, все на самом деле очень просто. Первый этап, и в большинстве случаев, если речь идет о больших корягах, то первый и последний этап обработки коряги – это банальный кархер. Ну, вот они используются, да, для мытья машин, там, тротуаров и так далее. В общем, если у вас есть такая штука у себя на хозяйстве, то это вообще не проблема. Если этого нет, едете на любую мойку, договаривайтесь с ребятами и под высоким давлением очищаете корягу от всего. Начиная, если там имеет место кора, гнильца и, в общем, вся вот эта грязь, песок, болото, в общем, все вот эти вещи вы очищаете с помощью кархера. И, в принципе, в моем случае, вот с этой корягой, которая находится вот в этом аквариуме, ребята, я на этом остановился, то есть все, это был первый и последний этап обработки. Многие сейчас скажут: мол, Андрей, что ты сделал, так делать нельзя, как же инфекции, микробы и так далее. Ребят, ну, о каких инфекциях, микробах может идти речь? Если эта коряга вытащена непосредственно из водоема, она сырая, на ней могут быть, конечно же, разные грибки, болячки, которые вредны для рыбы, вредны для обитателей нашего аквариума, и тогда эту корягу нужно просушить. Я практикую такое дело где-то месяц-полтора, я ее просто ложу на солнышке где-то себе там на улице, и она сама по себе просыхает полностью. На протяжении месяца любой паразит, любая инфекция, которая не имеет носителя, она просто-напросто погибает. И никакие цисты, никакие там вот эти вот все вещи, они не переживают ну, вот таких вот долговременной усушки. Если же, скажем, у вас сухая коряга, ну вот как мы вот пилили, да, с вами, то, в принципе, ее можно дополнительно не обрабатывать. Если все же вы боитесь, переживаете за то, чтобы ваша коряга не красила воду, раз. Если вы переживаете, что коряга может занести инфекцию в аквариум, и она относительно небольших размеров, ну, которые позволяют вам ее выварить, тогда я рекомендую ее, конечно же, выварить, прокипятить не менее 4 часов кипения в соляном растворе. То есть соляной раствор должен быть 10 грамм соли на литр воды. Грубо говоря, если у вас емкость 100 литров, то вы туда помещаете килограмм соли и варите вот эту корягу, доводите воду до кипения и варите ее не менее 4 часов. На протяжении этого времени коряга, в принципе, должна, ну, практически все коряги на протяжении этого времени без проблем тонут. И вы ее потом просто промываете, опять же, тем же кархером, вымываете соль, помещаете в аквариум, и дело с концом, в принципе, проблем больше нет. Что ж, друзья, теперь, я думаю, вам ясно и понятно, как обработать корягу без особых танцев с бубном и, собственно, как ее подобрать. То есть, еще раз повторюсь, чем древесина тверже, тем она дольше и лучше будет вам держаться в аквариуме, чем она мягче, тем быстрее она сгниет, ее сожрут рыбы и так далее. Относительно самой обработки, в 99% лично у меня в процессе обработки хватает банального кархера. Не бойтесь, когда на вашей коряге остается гнильца. Если у вас есть анциструсы, либо там плекостомусы, птереоплиты, либо даже, возможно, какие-то панаки, там эльсамы, не бойтесь, ребята, для них это лакомство, и они очень и очень быстро со всем этим справятся. И вообще, вы знаете, у меня вот здесь есть аквариум, вот это вот. Вот там у меня вот куча всяких разных сомов, плюс еще внизу вот там у меня есть аквариум. Там у меня одни анциструсы, их там штук 35-40 взрослых, и плюс еще малька штук 40-50.
И если коряшка небольшая, я практикую просто ее. Почистил кархером, в аквариум поставил, забыл на месяц-два. Через месяц-два коряшка уже отполирована и пригодна к размещению в какой-либо другой аквариум. Относительно соли, ребят, ну, как я и сказал в начале видео, соль – это панацея от многих грибков, от многих болячек, от многих инфекций и паразитов. Поэтому соль, если есть возможность, применяйте. Применяйте ее не только для обработки коряк, применяйте ее время от времени для обработки вашей рыбы. Это только упростит вам жизнь и ну, поможет, скажем так, не делать многих ошибок в плане там лечения рыбы и так далее. В общем, что же, останутся на эту тему вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. А сейчас, ребята, у меня есть вот такая вот коряга. Это ива. Год назад она стояла у меня в аквариуме, она уже была потонула. Но сейчас, вот видите, я покажу вам, что она не тонет. Вот смотрите, она плавает. Видите, она не тонет. И сейчас, ребята, я хочу ее разместить, прикрепить вот к этому камушку и разместить вот таким вот образом в аквариуме. И сразу же, ну, скажем так, в наглядном примере хочу вам показать, как закрепить корягу вот сразу. То есть вы ее взяли, нашли, кархером обработали, можете даже не варить. Сразу можно ее размещать в аквариум. И как это сделать, вы увидите чуть дальше в видео. Не переключайтесь. В общем, ребят, для того, чтобы прикрепить корягу в аквариуме, нам понадобится вот такой вот экспресс-цемент. Значит, ну, я использую Церазит, и он очень себя хорошо зарекомендовал. Этот способ прикрепления коряг мне посоветовала Тереза Лазар. Ну, по-моему, один из самых лучших акваскейперов в Украине. В общем, понадобится еще вот пластиковый стаканчик. Несколько шурупов. Кстати, если вы планируете делать, ну, долгоиграющий травник и так далее, то лучше шурупы брать из нержавейки. Ну, мне, скажем так, как бы в моем аквариуме травы не будет, частые подмены, поэтому даже то выделение железа воды из шурупов, которое будет в процессе, оно никоим образом мне на рыбу не повлияет. Ну, собственно, камень, ребята, коряшка и шуруповерт. Устанавливаем, ребята, нужным образом корягу к камню. Ну, так как она должна нам, грубо говоря, лежать. Вот в моем случае это будет вот так. Вот, видите. В моем случае это будет выглядеть вот так. То есть камушек и перед ним коряжка. Теперь наша задача, ребята, вдоль камня в коряге насверлить шурупы для того, чтобы потом прикрепить это все дело клеем. Ну и желательно все это делать где-то так, чтобы, сами понимаете, чтобы это все замаскировать. Вот что у нас, ребят, в итоге получилось. Значит, вот шуруп и вот шурупчик. И вот здесь мы, ребят, будем крепить клеем к камню наши шурупы для того, чтобы коряжка держалась. Сейчас я разведу наш клей водой и приступим. Ребят, разводим все это дело до пастообразной такой массы. И хочу вам сказать сразу, что работать с ним нужно очень быстро, потому что сохнет он практически моментально, этот клей. И пристает он очень хорошо к камню. То есть вот таким вот макаром. Ну, по крайней мере, я так делаю. Вы можете как-то делать по-другому. Но таким вот макаром
это я делаю. Этот способ крепления коряк вы могли видеть, когда мы обустроили аквариум в Черкассах. Мы точно так же, вот этим способом, точно так же крепили все коряги. Причем они были вообще сухие, они даже чуть-чуть не тонули. И вот все коряги мы крепили этим способом, и уже вот практически год все эти коряги стоят, прекрасно держатся в аквариуме. И оставляем минут на 10-15, оставляем эту корягу в покое. Через 15 минут посмотрим, как эта коряга закрепилась. Что ж, ребят, в общем, смотрите сами, что у нас получилось. Вот такая композиция, камушек вместе с корягой. Вот так все это дело выглядит. И, в общем, смотрите, как это все держится. Вот такая вот композиция цельная. Теперь сейчас попробуем все это поставить в аквариум. В общем, друзья, видите сами, что вот с коряги идут пузырьки. То есть коряга была практически сухая. И как видите, все это прекрасно держится, никуда не всплывает и стоит именно так, как нам это нужно было. И вот, друзья, что у нас в итоге получилось. То есть этот способ чем хорош? Тем, что мы можем поставить коряжку именно так, как мы этого хотим. Никакие проволоки, нитки, присоски и так далее не дадут вам возможности выставить корягу именно так, как вы этого хотите. Ну и плюс ко всему, эта коряга со временем, через месяц-два, утонет. И опять же, не будет никакого напряжения на клей, на шурупы. И она будет стоять в том положении, в котором мы ее поставили. И собственно, ну, сами видите, да, что тут говорить. Вот, в общем, как-то так. И фактически вот такой одной коряжкой мы украсили 50-литровый аквариум. И больше здесь фактически ничего, друзья мои, не надо. Что ж, ребята, как видите, коряжку мы прикрепили, коряжку мы поставили. Именно так поставили и прикрепили, как нам этого хотелось. Видели сами, что я просто брал реально за эту корягу. Скажу вам сразу, камень достаточно увесистый. Он весит, ну, килограмма два, а то и больше. И для такой коряги, в принципе, его вполне хватает. Я не знаю, честно говоря, что это за камень. Похоже на черный базальт. Но, в общем, он достаточно тяжелый. Во всем этом деле самое главное правильно подобрать, подрезать корягу и правильно подобрать камень, чтобы коряга правильно на нем красиво лежала. В принципе, все остальное дело практики, уже закрепить в процессе. Я думаю, попробуйте раз-другой, в процессе уже проблем у вас возникать не должно. Что ж, пожалуй, на этом моменте, ребята, я откланяюсь. Видео и так вышло достаточно долгим. И я надеюсь, что многие из вас его досмотрят до конца. Я надеюсь, что оно вам будет полезным. И еще, ребят, хочу отметить тот факт, что помимо всех остальных способов прикрепления коряги в аквариуме, ну, то есть там с помощью лески, с помощью присосок, с помощью, например, листа оргстекла, да. Кстати, этот способ я вообще не советую делать, потому что под оргстекло будет постоянно попадать срань, и это будет только чревато. Ну, в общем, если хотите, я эту тему когда-нибудь раскрою. Ну, собственно говоря, вот эти всякие оргстекла и так далее, я это все не советую, потому что, ну, посудите сами, ваша коряга утонула, вы хотите поменять что-то, вы просто молотком отбиваете этот клей, выкручиваете шуруп, и у вас остается одна коряга. И, допустим, если вы положили лист оргстекла, к нему снизу там, да, закрутили шурупы, прикрутили корягу, и вот представьте себе, что ваша коряга подгнила, а она подгниет в любом случае, хотите этого вы или нет, и она отлетела от этих шурупов, и эти шурупы торчат, ну, представьте себе, они торчат внизу из оргстекла.
Что делать? Нужно выворачивать весь грунт, доставать это оргстекло и так далее. Ну, конечно же, оргстекло можно приклеить к дну. Тогда вообще проблема, потому что, ну, вот эти шурупы, как их срезать? Опять же дилемма. То есть такой способ я вообще не советую. Это способ, ну, он себя, скажем так, не оправдал. Поэтому я считаю, что это самый простой, не самый дешевый, но самый простой и самый практичный способ закрепления коряк в аквариуме на сегодняшний, друзья, день. Если у вас есть другие соображения по этому поводу, буду рад, если вы оставите их в комментариях под этим видео. Распишите, пожалуйста, свои способы. Я их обязательно попробую. Если они действительно будут иметь право на жизнь, я сниму об этом видео для того, чтобы другие люди могли тоже воспользоваться вашими методами. И, наконец, друзья, этого видео, резюмируя все сказанное сегодня, хочу подвести черту вот такой вот, ребята, фразы. Неважно, как вы обрабатываете коряги, вывариваете или просто ставите, грубо говоря, в аквариум, просто обработав их кархером. Неважно, как вы их закрепляете, то есть моим методом предложенным, либо каким-то своим. Ребята, самое главное делать это за месяц, за месяц или даже два до заселения жильцов в аквариум. Для того, чтобы картинка, которую вы получите в итоге, не разочаровала вас в дальнейшем. Потому что есть ряд коряг, которые окрашивают воду, и в процессе вам нужно будет побороться с этим именно окрасом воды. А это, ну, как правило, 1-2-3 месяца, даже до полугода, если это дуб, он до полугода окрасит воду. Если вы поставили заранее неподготовленную корягу, то есть она, ну, скажем так, живая, то она будет вам соплить, она будет выделять разные грибки и так далее. И эта картинка вас разочарует в любом случае. Поэтому до заселения жильцов старайтесь поставить корягу, сделать хардскейп в аквариуме, запустите свой аквариум и пусть он поживет месяц-второй. И потом уже начинайте постепенно с подселения жителей, ну, я бы советовал с подселения улиток и, ну, к примеру, тех же ациструсов. Ну, а дальше оно уже само покажет. Таким образом, ребята, вы лишний раз не будете разочаровываться в аквариуме, и картинка, которую вы будете получать, будет постоянно вас радовать. Что ж, ребята, приятно было с вами сегодня встретиться. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, кто поставил пальцы. Ну и, конечно же, спасибо всем тем людям, которые напишут свои мнения в комментариях под этим видео, расскажут свои секреты и способы обработки коряг и закрепления их непосредственно в аквариум. Всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам, друзья. До новых встреч, пока!